Всем привет! Сегодня выполню обзор телефона Nokia E72 фиолетового цвета. Так, посмотрим, что у нас там. Сам телефон. Из комплектации наушники обычные. 3.5 раздел. Зарядка. USB кабель и мануал. Все, что в коробке есть. Так, сам телефончик. Батарейка заряжена. Ну, так вот выглядит, в принципе, E72 фиолетового цвета. Как интересно. Все, всем спасибо, пока.